самого утра веселый шум на улице заставил самых маленьких пушкинцев и их родителей быстро собраться и выйти на улицу, где их уже ждали два символа года – уходящего и наступающего. Петя Петушок и Пес Барбос зазывали всех к заснеженной зеленой красавице, чтобы встретить долгожданный волшебный праздник. А мальчишки кричат! Девчонки кричат! Новогодние торжества в Пушке начались на западной стороне, во дворе домов 7 и 8 по улице Маяковского. Веселый гомон, крики и поздравления заставили маленьких пушкинцев и их родителей собраться во дворе вокруг украшенной елки и первыми позвать к себе Деда Мороза и Снегурочку. Я здесь, мои хорошие! Дедушка наш! Ой, внученька, смотри, сколько детишек, много! Как здорово, Дедушка Мороз! К нашей встрече я спешил, и мешок подарков разных я с собою прихватил. Следующим адресом праздничного путешествия Деда Мороза стал микрорайон Мамонтовка. Здесь детвору и взрослых встречали и развлекали не только символы уходящего и наступающего годов, но и сказочные герои «Заяц» и «Обезьяна». Дети от души радовались и играли со сказочными персонажами. На эту елку поздравить детей и взрослых пришла глава города Пушкина Елена Юрьевна Некрасова. Я очень рада, что очень много детишек пришло. Соответственно, хочется поднять всем настроение перед Новым годом. Я думаю, что мы ежегодно дальше будем продолжать такие мероприятия. Нам в организации помогла администрация Пушкинского муниципального района, конкретно управление культуры, ДК-строитель, как бы артист ДК-строитель и Дома культуры Пушкина. Даже надеюсь, что у нас наши жители будут довольны тем, что мы для них устроили. На кульминации этого дня стала елка на Кудринке. Здесь в превосходном было все. И больше всего детей, пришедших на праздник, и больше всего гостей пришли поздравить жителей с наступающим Новым годом. А именно, депутаты по 4-му избирательному округу. Они приготовили для жителей сладкий сюрприз. Мы, депутаты 4-го округа, Тимур Апарин, Александр Чижик, Дмитрий Потехин и я, Дмитрий Шляпин, мы решили сделать подарок детям. И поэтому для жителей микрорайона Кудринка сегодня каждому из них достанется такой сладкий подарок. Ну и, конечно же, программа, да, которую администрация подготовила для жителей микрорайона. Каждый маленький житель Кудринки, пришедший на елку, получил из рук Деда Мороза и Снегурочки сладкий сюрприз и отличное настроение. Марафон дворовых елок в Пушкино успешно начался.